Мост через реку Красная в селе Татарское Урайкино получит вторую жизнь. Переправы активно обновляют. Не только ремонтируют дорогу, но и укрепляют опоры. Это один из 10 мостов, которые должны привести в порядок в этом сезоне. Завершены работы по гидроизоляции мостового полотна. Готовимся к работам по устройству литого асфальтобетонного основания проезжей части и работы по переключению движения. На дорогах региона также идут ремонтные работы. В том числе обновляют участок трассы Саранск-Сурская-Ульяновск. 6 километров от Вишкайма до Красного Бора ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В целом в Вишкаймском районе обновят 3 участка региональной трассы на 230 миллионов рублей. На данном этапе работ занимаемся восстановлением основания методом холодной регенерации. В качестве вяжущего используется цемент. В дальнейшем будет укладка 2 слоев асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся согласно календарному графику. Как отмечают в Министерстве транспорта, благодаря нацпроекту за последние 4 года удалось отремонтировать порядка 500 километров автодорог. В общем зачете федеральный проект выполнен более чем на 50%. Общий объем финансовых вложений составит более 7,5 миллиардов рублей. В этом году мы отремонтируем более 115 километров автомобильных дорог. Это 31 объект регионального значения и 10 объектов непосредственно в нашем областном центре, который мы тоже в этом году реализуем. Благодаря поддержке правительства удалось воспользоваться специальным казначейским кредитом на 1,5 миллиарда рублей. 551 миллион из них направили на реконструкцию Минаевского моста и строительство нового моста через Свиягу в створе смычки Шевченко. В целом завершить ремонт дорог, как отметили в ведомстве, планируют до 1 сентября. Анна Тищенко, Управда ТВ.